Всем привет, с вами Антоха Постапокалиптический, и сегодня мы снова возвращаемся в Dismantle, потому что на днях игра вышла из раннего доступа. Немного больше времени разработчикам для этого потребовалось, чем они планировали. Летом вроде бы должна была игра выйти из раннего доступа, ну и по старым планам, вот, но вышла только сейчас. И 8 месяцев назад мы играли, посмотрели практически на весь контент, который был на тот момент в раннем доступе, и я думаю, что мы сейчас можем просто продолжить. Давайте посмотрим сейчас. О, тут у нас более длинная дорожная карта уже. Где мы были? Восемь месяцев назад, где же мы были? Я сейчас даже вспомню. По-моему, мы когда играли, была как раз добавлена пустыня. И мы по пустыне немного побегали тогда, и как раз вот в пустыне мы сейчас, ну, в текущем сохранении находимся. И после этого были добавлены обновления с мифами и легендами, которые направлены на лор было. Новая локация, еще одна, наверное, новая локация, еще одна. Какой-то ковчег, посмотрим, что это такое. Еще одна, как я понимаю, новая локация, и еще одна. Финал игры, правки баланса, локализации и запуск. Но и да, мы сейчас здесь. В последнем обновлении была добавлена эта запись. Изменения в локализациях. Давайте посмотрим, что нас дальше ждет. На первую часть 2022. Ну, фиксы, понятно. О, два DLC уже в планах есть. Отлично. Но тут непонятно, да? Что-то есть, и что-то здесь еще есть. Ну, хорошо. Мне нравятся дорожные карты, все эти рассматривать всегда. Давайте мы запустим наше последнее сохранение и посмотрим, что у нас там происходит сейчас. Повышение уровня до 30-го. Так. Новое изобретение. Моя воля — это воля, которая пронзит небеса. Новое изобретение. Так, так. Активировать 10 башен, картограф, достижение игровое добавлено, получено было. Давайте посмотрим, что у нас. Был добавлен еще и кооперативный режим, если кому интересно, да, многие коопы любят. Так. Хорошо, характеристики наши добавили слотик для спецпредметов и для брелков. Наше задание, да, найти еще две топливные ячейки нам надо. Давайте посмотрим карту. Это пустыня. Убежище с динамиком каким-то. Раньше динамиков не было. Убежище, метка убежищ была, но кстати, раньше были убежища, с которыми мы никак не могли взаимодействовать. Сейчас пойдем посмотрим, что это. Задание здесь появилось. Так. Раз, два, три, четыре, как я понимаю, да? Да. Здесь уже можно войти, отлично. Короче, довольно много локаций добавлено. Практически пол игры еще впереди у нас. Если так можно округлить. Что у нас по коллекциям, медалям, чертежи. Ну, еще есть чертежи, да, которые можно пооткрывать, будет посмотреть. Навыки наши. Но мы сейчас уровни подняли, и навыки, по идее, должны будем сейчас новые получить, что ли. Так. Это что у нас исследовано в каждой локации, да, где еще что-то интересное осталось. Есть еще несколько типов существ, которых мы не видели. Новые, наверное, добавлены были. Общий прогресс.
Ну, даже меньше 50%, если так прикинуть, да, за 27 часов, которые мы провели в раннем доступе. Я эту серию добавлю в тот плейлист в наш 8-месячной давности. Вот. И если вы хотите видеть продолжение Дисмантла, то пишите об этом в комментариях. Ну, а мы пока посмотрим, что у нас тут. Сбросим барахло в костер. Будем вспоминать, как играть вообще. Костер восстанавливает ваше здоровье, но также возрождает монстров. Однако есть способ остановить возвращение монстров. Да, это мы знаем. На 29 уровне мы... у нас... Почему я, получается, зашел в игру и 30 уровень получил? Потому что мы, когда играли, у нас был 28, как я понимаю, максимальный уровень на тот момент. Но мы могли набирать опыт и дальше. Просто уровни не новые, не это самое, да, не добавлялись. А опыт мы набирали. И вот сейчас, когда зашел в игру, потолок по уровням подвинули. И мы сразу получили несколько уровней. Лакомство для животных. Мы пугаем реже животных. Так. Опыт нам вроде как не надо уже. Найти дополнительные материалы при поиске. Ух ты. Но, блин, мне интересно, что у нас тут с лакомством для животных, что мы с ним сможем сделать. И то, что мы будем меньше животных пугать, будет немного проще охотиться, наверное. Давайте возьмем вот это. А, и все, да, у нас? Окей. Давайте посмотрим дальше. По чертежам. Ветка чертежей тоже изменилась. 35-й уровень у нас, как я понимаю, 36-й. Еще есть, да, куда качаться. Это что такое у нас? Набор строителя. Строить небольшие конструкции. У нас вроде был набор строителя. Мы можем его улучшить, наверное. Это у нас эффективность разрушения. Так, скорость рыбалки нам не интересно было, это я помню. Лакомство для животных мы можем сделать. Содержит вкусные лакомства для животных. Запас пополняется у костра. А, это просто этот самый, да, аксессуар, который еще на 10% дружелюбность фауны увеличивает. Ладно, подождем пока. Каска была добавлена. Ну, каску, наверное, я даже сделаю сразу. Лимит построек плюс 10. И блокирование урона плюс 15%. Куда мы каску цепляем? Вместо шапки. Шапка нам сейчас, кстати, нужна, потому что в пустыне жара. Нам вот эта одежда здесь нужна. Тогда пока шапку делать не будем. Шлем мотоциклетный. Блокирование 10. Урон добавляет. Нужно немного титана. Что у нас еще интересного здесь? Отмычка мастера. Мы можем сделать. Да, нам для некоторых закрытых замков раньше нужна была отмычка мастера. Было дело. Скидка на ящик для хранения. Да, это неинтересно было. Спальный мешок позволяет спать у костра. Сон замедляет время и дает временные эффекты, бонус хорошего отдыха. Мы можем его улучшить, походу. Раньше вот этих делений, по-моему, не было. Сейчас посмотрим. Мешок крови, наверное, тоже мы сможем улучшить теперь. Или. Сейчас посмотрим. Рассеивает кинетическую энергию для облегчения. Так, скорость переката плюс 7. Этого предмета, по-моему, раньше тоже не было здесь. Уменьшение заметности для врагов. Это что такое у нас?
Скорость движения боком. Вот такой предмет у нас вроде был. Шанс уклониться. Просто иконка, по-моему, другая была. Отражение урона плюс 75. Так. Тут у нас все выучено, да? О, серп не выучен. Удар по дополнительным препятствиям плюс один. Для срезания нескольких кустов за раз. Надо делать. Или не надо делать? Ну давайте мы возьмем все-таки. Получено достижение изобретатель. А то как-то у нас, да, когда открыто все остальное, кроме этого предмета, как-то странно выглядит. И мы его можем улучшить. По идее, у нас катана... Нет, катана так не работала. Топор так не работал. Дополнительные кусты он не срезал. И здесь тоже вроде нет подобного. Так. Сила отбрасывания. Урон от мощной атаки. Урон от критического удара. Снаряды метательные. Ну, эта штука хорошая. Я вроде метательным пользовался. Ладно, давайте посмотрим сейчас, что мы можем модернизировать. Рюкзак у нас в максимум. Лом, топор, бита, мачете, катана. Все в максимум. Выкачано. Давайте, да, у нас вот этих вот базовых материалов много. Да и этих тоже хватает. Давайте апнем серп. Угу, и резина есть. Мы пофармили хорошенько, не на запись, когда-то давно. Дополнительно три препятствия сразу ломает. Шанс нанести крит в спину. 35 урона. У катаны 40. На пятерку всего больше. Но, да, 40. Плюс еще 100% против монстров. И 4 дополнительных монстров рубит катана. Ага. Бита. Бита нам, по-моему, нужна была только, чтобы ломать некоторые предметы. Набор строителя. Осколок маны нужен. Лимит построек увеличивает еще. Надо будет сейчас посмотреть, что мы можем строить с этим набором. Новые постройки тоже были добавлены наверняка. Так, так. Ну, кинжалы вот эти я не стал улучшать, потому что я ими, по-моему, не пользовался. Увеличивает максимум здоровья, да? Давайте. Наверное, апнем. Может быть, пригодится. Что там у меня надо посмотреть из аксессуаров одето? Шанс крита. Ну, на 0,5% такое. Секунду. Так. Скорость переката. Кроличья лапка. Это вообще не надо. Ну, вот это вот может быть интересно. На скорость передвижения боком. Шанс удвоить добычу. О. Эффективность осмотра контейнеров плюс 25. Надо брать. Надо брать. Два титана последние израсходовали. Магнит. Тоже титан нужен. Спальный мешок. Давайте посмотрим максимальное количество часов сна. А. Надо нам так долго спать. Ну, может, бонус будет дольше. Правильно?
ткани немного не хватает. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Сон нам не надо готовить. У нас, да, еще далеко не все блюда открыты. Там очень много блюд всяких разных. Давайте вспомним, как оно работало. Вылечить... А, да, блюда у нас работали так, что мы их один раз готовим и получаем с них бонус к чему-то там. А дальше можно готовить их просто есть, чтобы восстанавливать здоровье таким вот образом, правильно? Чтобы не ложиться, ну, к костру не подходить, чтобы не восстанавливать монстров, если вдруг это не нужно по какой-либо причине, да, можно уготовить простенькую какую-то еду и восстанавливать понемногу здоровье было. Так, ну хорошо. Давайте пойдем, наконец-то, посмотрим. А, во-первых, сейчас, подождите, аксессуары еще глянем. Инвентарь. Гранаты, мины. Это у нас 10 здоровья восстанавливает. Давайте поставим... Половину от максимального здоровья. Ага, тоже неплохо. Так. Стекло, да. Слоты для материалов плюс один, хорошо. Шанс дополнительно найти барахло. Защита от жары нам в пустыне нужна. Скорость бега. И... Наверное, скорость движения боком. Мы довольно часто боком ходим. Но с другой стороны, как бы... Не так-то много, 10% всего лишь. Максимум здоровья плюс 20. Сколько у нас вообще здоровья сейчас? С этим бонусом 115 становится. Ну, давайте пока так посмотрим. Так, по оружию что у нас? Катана. Так. Давайте сейчас как раз вот тут посмотрим на кустах. Так, это не кусты, это у нас дерево считается. А, нам надо серп еще тоже в слотчики положить. Подождите, я хотел просто серп проверить. Инвентарь. Ага, и серп нам надо будет добавить. Ну, вместо удочки, наверное. Ну. Так-то неплохо. Давайте посмотрим, вспомним, как катана бьет или бита. Тут по одному заборчику, а там сразу по три. Да. Топор у нас. Топором мы рубим дерево, понятное дело. Серпом рубим... Траву, которой здесь, наверное, просто нет нигде, да? Вот тут может быть. Катана, конечно, хороша была. Получено достижение Monster Slayer. А, вот у нас, да, были на заборах много растений зачастую, и мы с них листья собирали. И вот это вот, да, удобно очень делать. Во. Вот он, серп раскрывается где в полной мере. Надо сейчас сориентироваться немного.
вспомнить, куда нам идти. Я хочу сейчас к башне связи подойти. Яйца можно было подобрать для готовки. Да, у нас тут, наверное... Мы, наверное, там можем сами проход себе сделать. Возможно, возможно. А, нет, тут слишком крутая стена. Да, вот листья собирать, конечно, удобно. Ладно, пошли отсюда. Возьмем. Не хватило нам. А, это более крутые противники. Да, поэтому не хватило нам удара с катаны, чтобы его прибить. По-моему, когда у нас вот эти вот бусинки маны падали, то... Это как раз значило, что в центре связи я установил вот этот вот модуль, который давал нам возможность убивать навсегда противников. Так, тут уже места нет у нас в инвентаре в нашем. Пошли. Пошли, пошли, аккуратненько сейчас пробежим. Да, можно здесь пробежать. Тут мы всех, да, перебили. Башня связи позволяла нам перемещаться между территориями. Вон она. Создать. Так, это нам не интересно. Написано, сколько противников осталось на карте. Передатчики. Сканирующий радар установлен. Смертоносная передача. Да, вот это вот. Останавливает возрождение убитых монстров. Из каждого монстра, убитого после установки передатчика, выпадает бусинка маны. Да, все правильно. И вознесение. Передает сигнал маны, который распространяется во времени и пространстве. Передатчик ломается после передачи. Перерождает всех убитых монстров в более сильные версии. Новые монстры дают больше опыта и лучшие материалы. Мы такую штуку, по-моему, ставили, если я не ошибаюсь, в где-то в центральной, в стартовой области, вот здесь. Давайте сейчас пойдем. Да, здесь 2 из 3 было установлено, и 3 максимум, что у нас есть. Нужно убить всех монстров. Где-то еще 2 монстра тут спряталось. Причем... Оба где-то возле меня. Здрасте. Машину можно лутануть, на удивление. Так, сейчас я вспомню, где у нас тут ближайший костерок. Пойдем. Как-то ночью странно мылит. Так, слушайте, раньше такого не было. Как будто бы я телевизор с помехами смотрю. Странно. Тут вот много листьев еще осталось, если понадобится, да, можно с серпом будет пройтись. В стартовой локации я многое уничтожил. Но тут я смотрю, после обновлений какие-то вещи или восстановились, или что. Интересно.
Сейчас я вот эту вот ткань заберу. Может быть, немного нового дропа добавили после обнов. Так, сканирование... Не сканирование, подожди. Передатчики, сигнал вознесения. Да, давайте. Посмотрим на максимальный уровень вознесения. Вот три ткани с вот этих вот двух выпало нам в прошлый раз. И мы получили тоже достижение на улучшение башни. Ну да, просто на одну ткань больше падает. И в принципе ничего нового. А, давайте посмотрим сейчас. Можем ли мы машину уничтожить? Увеличьте урон до 70. Наверняка еще новые виды оружия будут добавлены. У нас так же, как и катана изначально была закрыта. Ну, добавлены. Я имею в виду, мы по игре их найдем, новые виды оружия. Так как катана у нас изначально была закрыта. И, по-моему, топор тоже мы по квестам получали. На скриншотах у нас есть какая-то винтовка. Какой-то огнестрел, как минимум. И... Да, вот катана у нас была закрыта. Топор. Топор, не знаю даже. Может, вот это вот все было открыто. Может быть, появится молот. Тоже, по-моему, на скриншотах мы молот видели. Большой, тяжелый, кувалда такая, которая, может быть, как раз и позволит уничтожать автомобили и прочие более прочные предметы. Кстати, вот эти фонари я все уничтожал. Или не, нет, подождите. Нет, эти фонари я не уничтожал. Да, скорее всего. Тут у нас хреновый металл падает. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас еще в стартовой локации есть. Неизвестный предмет где-то вот тут. Мы сюда забраться раньше не могли, потому что не было у нас возможности подняться на возвышенности. Разве что... нет, вроде бы тут ниоткуда не подняться. Так, гробницу мы тут осмотрели. Еще один ящик. Неизвестно. Но это наше убежище. Это не столь важно. Тут еще пара неизвестных предметов каких-то есть. О, да, пошли на нашу ферму посмотрим. Где кстати, наша ферма? А, вот наша ферма сейчас. Ферма-убежище, да? Локация. Это у нас обучающие подсказки. Удерживайте shift, чтобы бежать. Да, я побежал. Я побежал. Так, быстрое перемещение. И вот тут у нас, да, по-моему, была ферма-убежище. Реально, блин, какой-то странный эффект ночью. Мы как гранатами раньше урожай собирали, да? Да. Можно и гранатами. О. Скоро левелапчик. Достижения там сыпятся полным ходом.
Отлично. 10 тысяч мы опыта за звезду фермерства получили. Теперь уровень 31. Новое изобретение. Охотничья винтовка. Вот как раз о ней-то я и говорил. На скриншотах она была. Так, все не помещается. Надо выгрузиться. Костер вон там. И ящик наш тоже здесь. Так. Сложить материалы просто. Пойдем заберем все остальное. Получено достижение Full Load. О, опыт идет, конечно, весьма бодро. Но у меня там еще и навыки на дополнительный опыт вроде взяты. Так, давайте отдохнем. Что там? Да, есть. Объем лечения плюс 25, лимит построек, скорость роста растений, еще друг животных дополнительно можно взять. Блин, а если мне ничего здесь не нравится. Ну, тоже, да, учитывая, что наше лечение... Предметы, которые лечат нас, восстанавливают совсем мало здоровья, то... Я даже не знаю. Ну, если несколько уровней взять этого навыка, то... Может быть. Может быть. Остальное так себе смотрится. Так. И здесь у нас... наши как раз вот постройки. Нам надо сейчас... взять, наверное... набор строителя, да? В руку. Во, набор строителя. И давайте посмотрим. А, нового. Пока что тут у нас ничего не открыто. Нужно идти дальше по сюжету. Исследовать новые территории, да, и у нас откроются наверняка здесь какие-то новые еще строения. Потому что мы можем количество построек увеличить весьма-весьма сильно. Выход из режима строительства. А пока что у меня всего две постройки. Да, это лесопилка, куда мы можем загружать дерево и получать пиломатериалы. И сталь загружаем, получаем титан. Давайте пока посмотрим по этой карте, что тут у нас еще интересного есть. Вот тут вот знак вопроса, которого раньше не было. Сюда, опять же, наверх, я даже не знаю, как нам забраться. Тут, может быть, придется, я даже не знаю, пройтись по старым локациям, поискать там какие-то задания, которые могут нас, я не знаю, или научить забираться на вот эти вот возвышенности каким-то образом. Какую-то лестницу, может, дадут нам. Или еще чего, я даже не знаю. Но посмотрим. Потому что вот сюда забраться я не могу. Вот к этому знаку вопроса. Как и к этому тоже. Ну, давайте пока... Мы можем какую-то метку поставить? Да, можем. Вот так. Погнали. Куда-то не туда я погнал. Вот сюда погнали. Так, возьмем нашу верную катану в руки. И пошли. Тут у нас еще... А, это, кстати, как раз на верхнем уровне монстрятник живет. Как нам пройти, получается? Вот так вот в обход, да. Спасение ждет. Тут были, по-моему, ловушки где-то. Много ловушек. Какой-то странный звук тут у нас. Что это такое? Странно. И я замедлен здесь.
Действительно странно. А мы можем оружие менять вот здесь, еще прямо сразу, по ходу необходимости. Покопаем, попробуем. Не? Прям аномалия какая-то. Что мы можем с ней сделать, я даже не знаю. Надо было, кстати, грядки пойти обновить. Посадить снова растения. Немного резины. О, да, ловушки. Я помню, что тут были ловушки. Верно, верно. И лучше на них не останавливаться. На этих ловушках. О, вот тут уже немного титана. И досок есть. Хорошо. Так, мешок с семенами. Что нам нужно посадить? Всего понемногу. То, чего меньше всего надо посадить. Давайте, я не знаю, рядочек морковки. Ну вот как-то вот так вот. С полем я закончил, ресурсы тут скинул. Еще немного титана перерабатываем. И давайте посмотрим насчет винтовки. Чертежи. Охотничья винтовка. Бусы маны нужны для нее. Оу. Оу. Тихо, тихо. Может быть, я успею отменить. Можно тут отменить? Стоп. Мне вернулась, интересно, это... сталь. Я очень надеюсь. Да, вернулась. Хорошо. 75 проникающего урона. На 4 использования. Всего лишь навсего. Но против самых крутых противников, да? Но мы еще наверняка можем... О, еще и силовая атака есть. Интересно. Интересно, как это... Железо, керамика. Простую древесину я тоже всю израсходовал. Ну и количество использований растет. 6, 7, 8, 9 использований. Так, а ну-ка. А, но винтовка идет не в этот слот. У костра перезаряжаем мы ее. И теперь можем пострелять немного, да? 5 выстрелов есть. Я уже полностью здоров. Так, а ну-ка. О-о-о. Вверх стрелять мы не умеем. Да, и нужно стоять. Я когда двигаюсь, то сразу... Надо найти себе жертву. Надо найти жертву срочно. Тут мы, по-моему, всех поубивали. Тут только вроде сверху остались враги. Если я не ошибаюсь. В гробницу мы здесь. Я где-то видел что-то интересное. А, вот.
например, скрижаль мифов. А как нам сюда прийти быстрее всего будет? Отсюда, через эту башню связи, вот так вот пройдем. Ну да, походу. Походу, пошли. Тут идти не близко, конечно, но по дороге у нас вот есть как минимум некоторые неизвестные предметы новые. Давайте посмотрим еще, что у нас тут. Тут трубы остались, которые можно было, по-моему, или на них урона тоже не хватало. Давайте посмотрим. Могу я, кстати, выстрелом трубу разбить? Не могу. Да, трубы тоже можем поразбивать эти. Мы с них, по-моему, сталь должны будем получать, да. Хорошо. Заборчики эти тоже. Вот эту, по-моему, штуку силы нам хватало разбить. Да, тоже сталь с нее идет. А, нет, не сталь. Железо простое. Тут 80 урона надо. Но электроника идет тоже хорошо. Что-то расчехался я. Успеваю вовремя на паузу нажать хоть. Так, хорошо, пошли, пошли. Как будто время и пространство искривляются вокруг этого места. Но нам это не говорит ни о чем. Запертая дверь. Ну, идем. Надо было сканирование запустить, наверное, да, чтобы мы видели сразу, где тут противники есть. Есть ли они тут? Я многие старые локации хорошенько так зачистил. Так, вот мы добрались до костра. Давайте я на всякий случай здесь сохранюсь. Угу. Блин, конечно, эта игра прекрасна тем, что мы можем вот зайти в здание и разобрать здесь можем все. Кроме, по-моему, да, вот этих вот кирпичных стен. На них надо чуть-чуть больше урона. Но все остальное можно полностью разрушить. Я жду не дождусь, когда машины можно будет разбирать. Чтоб совсем хорошо было. Так. Эта дверь закрытая? Что? Ну, типа... Типа, да. Ключ использован, экспертная отмычка. Наверное, после обновления здесь что-то поменялось с этой дверью, поэтому метка заново появилась. Хоть мы здесь и были, и все осмотрели. Так, как нам тут правильно пройти? Вот тут тоже можно. А, вот эту ограду мы, наверное, не сломаем. А, не сломаем уже тоже. Отлично. Камень. Камня, по-моему, раньше у нас не было как материал. Я, может быть, ошибаюсь. О, о, что-то новое. Вот и ретранслятор. Это каменная скрижаль, выглядит интересно. Здесь описана легенда о древних людях, населявших остров. It all started when the great blue tear dropped from the sky. With great thunder, it hit Mother Earth and ripped her open. This is how manna came to us.
The bittersweet gift from the sky. Выясните, что случилось с древним островным племенем. Найдите и исследуйте скрижали мифов. 50 тысяч опыта. Может быть, мана действительно пришла из космоса в виде метеорита или что-то подобное. Новое задание скрижали мифов. Угу. Одну из 10 мы нашли. Так. С ретранслятором что? Ничего? Ничего. Нам как раз дерево нужно было, да? Вот я что помню, конечно, что мне жутко не нравилось постоянно переключаться между разными типами инструментов. А это обязательно прям нужно было. Так, хорошо. С скрижалью мы разобрались. А давайте посмотрим теперь на вот это вот убежище. Что с ним можно сделать? Мы сможем так пройти? Вроде должны пройти. Вроде как должны. О, кстати, скамейки, по-моему, тоже нам что-то полезное давали, да? Ну, на какой-то момент, да, это было полезным материалом. Там, кстати, что-то есть. О! Максимум здоровья, плюс 5, отлично. Давайте мы приготовим сразу. Да. Как там? Вручную, да, надо перекидывать. 7. Только готовые рецепты мы кликаем, и они сразу заполняются. Хорошо. Интересно, не могли что-то добавить в те здания, которые у меня уже полностью разрушены? Они, может быть, обновились? Грибочки. Тут мы вроде были, вроде ничего там такого интересного. Так, что с убежищами? А, по-прежнему ничего? Это странно. Это что такое? Взломать? Теперь я могу обойти систему безопасности, чтобы привлечь монстров из убежища поблизости. О, так, погодите. У меня весь инвентарь барахлом заполненный. Я могу выбросить, что мне не жалко. Доски мне не жалко. Как тебя? Вот так. Центральный процессор. Крайне редкий материал, используемый для передачи команд электронным интерфейсом.
Громкие звуки из динамика привлекают монстров из старого убежища неподалеку. Постройте защитные сооружения, чтобы подготовиться к нападению Орды. Убейте всех монстров, прежде чем они доберутся до громкоговорителя. Изучите и постройте пулеметную турель. Убейте монстров из убежища и войдите. Награда — расширение турельного боезапаса. А у меня нет туреля. Изучите и создайте набор строителя. Нам, получается, нужно сначала все это сделать, да? А ну-ка, давайте. Это что-то тоже интересное такое. Да, вот сюда. Вернись, вернись. Дай мне набор строителя сюда. О, оборона. Есть турель. По идее, монстры оттуда будут идти, да? Строитель. Я только одну такую могу построить. Так, как тебя эскейпом просто... Монстры, по идее, из убежища пойдут. Ну, давайте попробуем. Активируйте динамику, убейте монстров. Так. Возьму гранаты. Вспомнить бы, как мины работают. Еще пойти барахло выложить было бы тоже полезно. Где у нас тут костер ближайший? Аж здесь, как я понимаю. Ну, я, наверное, схожу на всякий случай. Выложу барахло. Ну что, давайте попробуем. Все? Или надо было подержать какое-то время? Мы еще, кстати, можем переодеться. Нам эта одежда не нужна. Мы можем взять что-то более прочное, более солидное. Блокирование плюс 7, плюс 5. Метательный урон плюс 15%. Я возьму. До 35, как раз у нас сейчас 35. По бронированности... Слоты для материалов плюс 1. А, кстати, это... Залочено почему-то. Замочка вот тут. Странный какой-то. Урон от удара против деревьев плюс 30%. Атака ближнего боя. Я, наверное, да, вот это вот оставлю. Надо удерживать, наверное, да? Приближается две волны монстров. Ага, вижу. Ой-ой-ой, там... Ой-ой-ой-ой. А, слушайте, это у нас Tower Defense какой-то. Ну, башню я поставил, кажется, не в самом удачном месте. Но, кстати, катана, которая бьет в спину, работает вполне неплохо. Ясно, как мы будем зачищать эти волны. Я люблю Tower Defense. Но тут пока такой какой-то.
скромный, да, с одной башенкой. Тихо, тихо, не разбегаемся. Не разбегаемся. Что там? Где, кстати, мое здоровье? Ага, вижу. Так, тихо, тихо. Побежали, побежали, побежали быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. Давай. И есть. Фух, победа. Убежище теперь открыто. А могу я разобрать теперь вот эту штуку, чтобы получить обратно? Давайте войдем в убежище, посмотрим потом. Новое изобретение. Расширение турельного боезапаса. Задание завершено. 5000 опыта. А, центральный процессор нам вернули. А, это можно сложить сюда барахло. Хорошо. Газ попадает в мои легкие. Мне нужен противогаз. Противогаза у меня, по-моему, нет. Может быть, я могу скрафтить его? Но, слушайте, интересно. Весьма-весьма интересно. Угу. Так, интересно, какая у нас, какое у нас, какое убежище у нас самое первое, типа, считается. А, вот эти еще обелиски, по-моему, не были активны, когда мы играли. Надо посмотреть, пойти на обелиски, наверное. Блин, я даже не знаю, мне теперь хочется почему-то начать игру все же заново. Чтобы постепенно все вот это вот открывалось, и как-то нам, может быть, где-то подсказки были бы какие-то, как все правильно это работает. Ну так-то мы разобрались, в принципе. Да, тут вот даже видно, как пойдут волны. Тут двери закрыты у нас. Но противогаза пока что нет. Но есть, кстати, вон еще некоторые задания, которые мы можем взять на открытых уже нами территориях. У нас... Вот эта вот область была закрыта, да, что ли? Ага, вот дверь, мы только сейчас сюда можем попасть. Походу. Может, здесь чего интересного найдем? И тут я еще тоже не бродил. Но вот это, по-моему, не новая территория. Тут я просто не ходил, как мне кажется. Ладно, давайте мы сейчас еще сходим, посмотрим на вот эти обелиски. Тут нам придется обходить. Вот так. Ближайший был... Вот здесь. Пойдем. Как эта территория называется? В Фейвуд. Сюда мы вернемся попозже, я думаю, когда придумаем, что с противогазом мы можем сделать.
Да, кстати, а давайте попробуем разобрать таки вот эту вот штуковину. Как мы это можем делать? Можем мы вообще это как-то делать? А, мы просто, по-моему, молотком фигачили и разбирали, да? Так. Да, получили еще одну вот эту вот штуковину. А ну-ка. А, нет, мы всего лишь одну получили. Хм. Ну хорошо, ладно, пошли к... Как там эта штука называлась? К обелиску. Так. Давайте, кстати, сейчас сразу сканирование запустим. О, здесь куча... Куча противников. Но они нам, по-моему, не по дороге все. Так, я сейчас у костра этого сохранюсь на всякий случай. Чертежи. О, расширение турельного боезапаса. Вот сюда мы процессор тратим. Боезапас турели плюс 50. У нас прям целая небольшая ветка исследований, посвященная этим... Ну, давайте, да. Я согласен. Что у нас? Ракетная турель и мешки с песком. Три процессора нужно будет найти где-то. О, а для мешков тут надо всего лишь камень и кирпичи. Кирпичи, кстати, я пока тоже нигде не находил, по-моему. Мы кирпичные стены еще разбивать не можем. Но это, наверное, дальше там еще откроется у нас, опять же, какое-нибудь оружие интересное. Так, тут у нас... Принести, что ли, вот это вот все? Электроника, 5 листьев, 1 ягодка. Одна ягодка... Электроника. 5 листьев. Колодец желаний. Что мы загадали? Редкую рыбу разве что. Да, тут вариантов немного. Ну, две редкие рыбы мы где-то выловили когда-то. Так, хорошо. Я не туда пошел, куда нам надо было идти. Но тоже неплохо сходили. Кстати, надо... Забрать отсюда пару досок. Вроде вот в эту сторону удобнее будет пойти. О, тихо-тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, гранату, ладно. Поохотились гранатой. Правую клавишу уже нажал. Что тут делать? Давайте, кстати, вот по вот этому сейчас стрельнем. Кто там у нас? Ага. Как раз неприятный такой товарищ. Я промазал? У-у-у. Где он делся? О, там перезарядка какая-то такая страшная или что? Долгая очень.
Ну, не очень долгое, да, можно в принципе. Стрелять. Таинственные обелиски. Новое задание. По всему острову стоят странные обелиски. Выясните, могут ли они быть как-то полезны. Осмотрите три различных обелиска. Новое задание. Я не помню, чтобы когда-либо раньше видел эти обелиски на острове. Я должен исследовать больше таких. И все. Второй. И третий у нас есть. В принципе, мы можем. Да, давайте, наверное. Попробуем. Один мы типа, ну как, исследовали, считается. Поэтому, ладно, погнали. Сюда. К башенке быстренько. Исследуем еще два и... Посмотрим. По-моему, один здесь у нас был. Если я не ошибаюсь. Вот здесь. Мы можем вот этот вот мост отремонтировать. О, так жарко. Ладно, переодеваемся. По идее, достаточно уже. Эп, не в ту сторону. Возьму грибульчики на всякий случай. О, блин, да, здесь же можно выпасть в воду легко и просто. Надо осторожным быть. А, тут вон даже просто опускаются эти мосты, удобно. Срезы такие во многих местах мы находим. Интересно, я думаю, мне нужно каким-то образом включить эти обелиски. Ну так, давай включай, нет? Я должен отсмотреть еще один в поисках дополнительных улик. Но вот к этому мы довольно быстро пришли, удобно. Совсем недалеко от точки перемещения. Так, и один у нас где был еще? Тут вон еще есть скрижаль мифов одна. Еще одно убежище в этой локации есть. Еще один Tower Defense. А, вот здесь, да? Погнали. Вот сюда. Если я не ошибаюсь, нам надо в обход было идти вот так. Но лучше я посмотрю. Здесь мы не пройдем еще дальше в обход. Здесь мы тоже не пройдем. Тут камни. Окей. Так, я уже где-то близко. Угу. Думаю, теперь я знаю, как их использовать. Однако мне следует подготовиться к борьбе за свою жизнь. Сила обелиска. Где там у нас квесты? Ага. Просто сила, ага. Сфера голубого глаза. У меня есть? У меня есть. Ну давай, я, наверное, готов. Катану в руки и... А. Наверное, нет. Наверное, голубоглазой сферы у меня нет. Или она у меня... А, может быть, да. И надо ее из ящика достать. Да, давайте посмотрим. Правильно, мы же используем только то, что у нас в инвентаре. Они в ящике. А ну-ка. О, есть, да. Есть, есть, есть. Да, давай. Голубоглазый. Я, если честно, не помню даже, где мы их берем, эти сферы.
каких-то боссов, что ли, падали. Сейчас, наверное, жесткач будет какой-то. Ну давай, гранаты и катана у нас есть. Нужно. Уровень один. Ну, я, конечно, тут, видимо, да. Немного лучше одет, чем мог бы быть здесь. Забрать награду. Ага, и у нас получается еще 4 уровня будет. Так, так, так. Окей. Это было несложно. Ну и мы получаем пока барахло совсем такое. Эти же миссии у нас не на время, а то были у нас задания где-то на время подобные. И их было довольно тяжело выполнить. Это легко. Ткани немного. Самое опасное — это вот эти вот ребята, которые плюются. Дерево — это уже неплохо. Давайте, последний уровень. Последний уровень. О. Все, закончились у меня гранаты. Нормально. Боевой обелиск. Активируйте дальше следующий обелиск. А, подождите, вот. Вот что самое интересное у нас с обелиска идет. А, получается, какие-то разные бонусы будут у обелисков, и мы можем только один обелиск использовать. Ну хорошо. Блокирование урона. Получили дополнительно еще 5000 опыта. Окей, окей. Ну это да, это уже интересней. Дополнительные бонусы нам. Ну, прикольно. Прикольно. В любом случае, мы на этом пока что серию, я думаю, закончим. И если вы хотите видеть больше серий по Dismantle, то пишите об этом в комментариях. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии, я надеюсь.